Так, друзья, всем привет. Мы сейчас на садовод приехали. Сейчас посмотрим, что здесь нового, что здесь есть летнего. Потому что давно что-то не снимали, ничего там. Так, друзья, смотрите, зашли вот сейчас в павильончик. Чемоданы. То, что сейчас летом всем нужно. Все в отпуска уезжают. Смотрите, вот есть большие чемоданы. Есть, получается, вот этот средний, да? Да, средний. Средний и вот самый маленький. Ручной. Да. Продаются отдельно, но можно собрать типа комплект, там три чемодана. Ну, типа матрешку сделать. Вот, большой. Вот они, допустим, желтый большой есть. Есть вон средний. И есть вот маленький. Также все цвета, да, есть? То есть, да, да, конечно. Большой, средний, маленький. Вот. Цена большого сколько? 3000. 3 среднего вот такого. 2500. 2500 и маленький. 2000. 2000. Вот. Чемоданы хорошие, пластиковые, все, подкладка там внутри, колесики снимаются, да, у него получается. А да, можете сказать? На. Вот подкладка. Карман, короче, идет. Вот. Здесь вот тоже, да? Ну да, есть. Ага, там. Ага, круто. Круто. Так. Прям металлический, да, каркас у него, да, идет? Конечно. Вот. Код, соответственно, вот я видел. Вот здесь вот, да, код получается. И колесики съемные. Колеса 4. Ага. Багаж когда зовешь, можно идти. Да, круто. Вот. Ну, вот такие вот получаются чемоданчики. Так, также смотрите, дорожные сумки. Большой ассортимент очень. Есть большие, есть вот средние, есть это уже не дорожные, да, получается? Это ручная кладь, девушки. Да, ручная кладь. Вот такие. Сейчас я покажу, и по ценам продавец расскажет, что почем. Вот. Ну и женских много сумок, да, получается у вас. По сумкам, вот это, например, сколько стоит Off-White? Какие? 1200. Сумка-рюкзак. Сумка-рюкзак, да? Да. Это? 1500. Для обуви отдельное место есть у всех. У всех для обуви отдельное место? Ага. Это? 1200 рублей. 1200. Так, вот такие вот. Это. 1500. И самые большие, вот, например? Самые большие 2000 и 1800 нужно. А, то есть это, вот это они разные, да, идут? Да, это самые большие. А, чуть-чуть поменьше. Да. Угу. Угу. А вот эти для ручной клади женские? 1200. 1200. Угу. Так, ну, круто. Off-White, Adidas, Fila, смотрю, Nike, Puma, Gucci. А вот такие вот почем? 1300. 1300. Угу, отлично. Колеса. Вот это вот с колесами, да, получается? Да. Большая. Это сколько? Большая вещей побольше будет, она еще увеличивается, они по 2500. Ага. И вот это с колесами идет. Да. Это как сумка, чемодан. Размер также увеличивается, они 2000. 2000. А ручка, да, у нее тоже двигается, да, получается. Угу. Вот она расширяется на стопе, это все застегивается. Угу. 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 Круто. Так, и вот эти вот сейчас знаю модные. Вот эти вот почем? Такие по 1500. 1500. Угу. Кожаные. Кожаные сумочки. Они почем? 700 рублей. 700. Вот Victoria's Secret. Вон старики. Вон. Ну да, много таких интересных. А, вот рюкзаки, кстати. Рюкзаки почем? 1200. Так, ну и чемоданчики еще раз вот показываю. Смотрите, какие есть. Цвета разные. Ну, размеры уже сказал. Так, чемоданы. Вот еще есть куча тоже разных, смотрите. Есть и они не пластиковые, есть из материала. Вот чемоданы тоже есть красивые, вот такие. Вот. Под джинс. Вот, смотрите, еще вот такие вот есть чемоданы красивые. Париж, там все дела.
Ну такие модные на лето вообще, да, прям крутые. Так, еще смотрите, вот такие вот сумочки есть модные, летние. На море, знаю, много их берут. По ценам они, вот сейчас спросила, от 1200 до 2900. Так, вот такие вот, смотрите, детские чемоданчики по 1600 рублей. Вот, смотрите, сколько разных расцветок, разные там, блин, картинки, очень много всяких. Вот, будете, когда собирать заказ, будем по отдельности это все показывать и выбирать по видеосвязи. Потому что реально ассортимент большой. Вот это вот заказ, только 40 чемоданов. Вот человек сказал, 40 чемоданов, вот такой вот заказ. Так, вот еще. Вот еще. И вот такие вот рюкзачки по 600 рублей. Смотрите. 26 моделей разных. Так, ну и чемоданы еще, вот смотрите, то же самое. Большие есть, средние, маленькие. Вот очень много разных моделей. Дофига просто. А, вот еще на стенке, да, смотрите. Вот. Комплект, если собирать, то есть три чемодана разного размера, большой, средний, маленький, будет дешевле, чем по отдельности. Вот еще такие интересные чемоданы. Короче, вот эти чемоданы, именно вот эти, продаются только комплектом, два штуки, тут еще один внутри, они 4500 комплект. По одному тоже можно, но примерно такая же цена, короче, будет одного, чуть-чуть поменьше. Вот, очень много, да, разных чемоданов. Чемоданы сейчас вообще это самая крутая тема. Друзья, сейчас показываю вам, смотрите, сколько сумок вообще. Вот, целая линия сумок, рюкзаков, детских. Вот, смотрите, есть такие вот чемоданы. Уже это не пластиковые, такие прикольные. Ну, есть и пластиковые, ручки железные. Такие под леопарда. Вот. Есть вот такие вот чемоданы, которые чемоданы, сверху еще сумочка. Так, все цены сразу говорю, это нереально поузнавать. Кто-то вообще не хочет даже просто говорить. Ну, видят камеру, не хочет говорить. Вот, поэтому, когда уже будем собирать заказ, прихожу уже с деньгами, там уже человек, конечно же, будет охотнее разговаривать, и можно будет по каждому уже поузнавать. Пока смотрите, что есть. Вот. Показываем. Сейчас пройдем всю линию и покажем. Вот. Много чемоданов. Очень большое количество тоже. Вот такие крутые. А, вот еще большие есть чемоданы, да? Вот, смотрите, друзья, офигеть, какое просто количество чемоданов. Вот сейчас. Ну, такие вот интересные. Разные интересные рисунки. Вот, размера у них три по стандарту. Там идет большой, средний, маленький в основном. Вот сейчас сколько получается большой, большие вот? Вот эта фирма, вот самый большой, три чемодана, считается 7500. Это прям комплект уже идет, да? А если по отдельности они вот большой сколько? Один большой дороже считается, такие 3500. 3500, да, только комплектом, да, получается продать? А который не комплектом отдельно? Отдельно нет, если отдельно хочешь, любой я продам, там дороже посчитаю. А, понял. Короче, друзья, вот выгодно брать именно комплектами, то есть вот берете, ну, оптовый, такой минимальный опт комплект. Все, вот. Сколько, еще раз?
7500, да. Вот угу. Это вот такой же фирма Cruze S. 8500. Угу. 8500. Вот этот. Это Pulpark Lemper. Вот это, да? Да, вот это Pulpark. Вот такой фирма, 4 материалы. Есть Pulpark Lens, обычный, классик, есть Pulpcarbonate. Pulpcarbonate. Вот такой вот полкарбонат, вот это 500 такие. 5500. Вот полкарбонат такой же фирменный, 7500 тоже. 7500, да? А какой самый лучший материал считается? Вот это вот полипропилен самый лучший. Как правильно? Полипропилен, PP. А, полипропилен? Да, полипропилен. Такой вот 4500, тройка перед чемодан, 4500. 4500 в комплект, да, тоже получается? Угу. А здесь два? Три чемодана. Угу. А маленький вот такой самый? Маленький, отдельно 2500. 2500 отдельно маленький. То есть вот понимаете, да? Если есть большой, 3000, короче, то маленький 2500, если отдельно. То есть все равно всегда лучше брать комплектами. Так, смотрите, есть вот такие вот интересные чемоданчики. Все из материала. Да, реально легкие. Вот. Это средний размер, да? Это маленький даже размер. Вот средний размер. Вот это вот большой. Угу. Так, и почем они, получается, идут? И как, если комплектом брать, какая цена? Это 7500. 7500? За 6. Так. А если по отдельности, например, вот я хочу один вот такой просто взять, сколько он будет стоить? Так, если один, то 2700 хотя бы. 2700. Да. Так, вот. 400 рублей, да, 2700. В общем, когда будем собирать какой-то заказ, мы просто, ну, будем уже вот, человек у меня обычно так спрашивает, ну, вот я ему показываю по видеосвязи, он говорит мне вот это, вот это, вот это, вот это, и, соответственно, уже и цены сразу узнаем, короче. Если не устраивает цена, то, значит, просто не берем. Если устраивает, то берем. А, смотрите, ассортимент большой, плюс еще продавец говорит, что у него есть гарантия на чемоданы, то есть, например, если у вас сломалось колесо, в течение какого срока, например? Через год-два можно обменять. То есть, короче, не то, что там чемодан поменять, а комплектующие есть, да. Для этих чемоданов любые. И поремонтировать его можно. Да, вот. То есть, и брак, как и на маме. Да, если какой-то реальный брак, потому что если там ты взял чемодан, ну, это я так понимаю, если ты взял чемодан, сам ушатал его так, что он там восстановлению не подлежит, это не брак. А если реальный брак, вот ты взял его и там пришел домой, и, например, трещина какая-то, да, увидел, трещина, да? Допустим, можно их сторону где-то вот так. Да, да, да. Ну, это просто не все, просто не все покупатели понимают, понимаешь? Здесь вот это вот чемодан. Они настоящий пластик, который завтра не дает десятку молний, если есть вот такой двойной молний, двигунки с железными. Вот видите, оба стороны двойные молнии. А, да. Ага. О, да, прикольно. Кстати, не видел такую молнию. Да, ничего на рынке нет, это просто у нас тоже возраст тоже покупает. Вот, на Wildberries покупают такие чемоданы, продают. Резиновые есть вот по 8500, а есть это по... резиновые, да? Да. Есть по 13. А, вот резиновый какой-то, да. Такой пластик, как резина. А какой самый дорогой вот здесь есть? Вот это вот. Вот желтый? Да, желтый и вот этот. И синий. Вот, да? Вот, ага. Вот. Это тоже резин дорогий, а это тоже резин дешевый. Угу, угу. Ну вот, колеса у них надежные, да, у всех? Колеса надежные, резиновые, вот, не пластмассовые, а резиновые. Ну, есть, наверное, какие-то и пластиковые, да? Есть вот. Обычные, которые вот такой по 4500 комплект. Ага. Вот, то есть, короче, вот так вот, друзья, очень много. И детские вот эти, да, есть? Почем они? Это 2200. 2200. Это большой, который... Угу. Колеса двойные, поэтому, а так самый маленький по 1400. Ага, ага. Ну вот, такие вот чемоданчики, такие цены.
Так вот, смотрите, еще кому надо, может, там дорожные сумки есть. То есть сумок тут дофига просто, очень много. Вот, опять же, чемоданы много разных. О, даже такие вот есть круглые. Прикольные. Очень хорошие. Вот такой вот, короче, получается. Алюминиевая ручка. Четыре колеса. Резиновые, да, колеса? Да, очень хорошие. Сапарк весь. Вот. Вот. Угу. Очень хорошо. Да, подкладочка такая, да. Все есть. Все есть. И черный получается такой же. А вот эта кнопочка зачем? Или это просто так для красоты? Вот это? Да. Это просто, да? Да, да, да. Просто для красоты. Замочек. Все как положено, короче. Вот, 3700 такой. Так, и эти вот такие вот чемоданы есть. Квадратненький такой. И такой вот, водка написана. Вот, тоже по 3700. Вот, смотрите, сколько много разных. Ну, это вот такие маленькие чемоданчики, вот, по-моему, средние. Смотрите, вот еще тоже квадратный чемодан. Почем такой? 3700. Да. А, это такой же, как тот, получается. Да, да, да. Вот они вот такие вот, просто разные. Разные, я говорю, вот. По 3700. Средние. Вот это вот два длины. Угу. Очень хорошие. Угу. Ну, короче. Вот это тоже, да, разный тут цвет. Вот это один. Угу, угу. Вот это самый большой, да? Да, вот это самый большой. А, вот это самый большой. Да. Почем он? Вот это 3800, 3500 можно. 3800, 3500 можно. Да, да. Так, вот это средний. Вот это, да, средний. Вот чуть-чуть больше, меньше. Вот эта модель средняя вот. А, то есть... Да, да. Большой, средний, маленький. Вот. Маленький. А они в комплекте идут, да, разные цвета? Или да, один? Да, да, разные цвета, да. А один можно комплект, да, сделать? Да, один цвет? Можно, один, да, цвет, да? Да, да. То есть вот, вот этот, ага, вот этот я вижу, да? Да, вот. И он там большой еще стоит. Да, да, угу. Угу. Вот, то есть комплектом... Вот это 7500 комплект. Комплект 7500, короче. Да. Все понятно. Вот такой вот ассортимент. Все, спасибо, брат. Все, в общем, чемоданы примерно вот пластиковые, примерно везде цены одинаковые. Сейчас заодно показываю вам сумочки просто какие есть. Вот. Что в глаза бросается сразу, вот, да, показываю. Вот. Сумок большой ассортимент. Какие хочешь, просто очень дофига. Кто занимается сумками, кто продает сумки, блин, здесь вон прям с ценниками даже есть, вот 400 рублей, 400 рублей. Вон, те же сумки, чемоданы, короче. Также чемоданы маленькие, большие, средние, какие хочешь. Рюкзаки. Так, вот еще есть такой ассортимент. Томми. Under Armour, смотрю. Вот. Сумки стильные, вот эти вот дорожные. В общем, кому надо, прям тоже пишите мне. Вот скрин из видео присылайте, говорите, мне нужно это. Придем, поузнаем по ценам во время закупки. Просто так ездить цены, узнавать, время не будем тратить. Дешевле вы все равно не найдете. Вот такие вот стильные сумочки. Дешевле только в Китае вы найдете. Вот очень много брендовых сумок. Вот есть такие Audi, Lexus, Hyundai, Land Rover, Volkswagen. Смотрите, прям под тачку. Сумки прям под тачку. Вот прям снимаю вам вот так вот, чтобы понимали, что вообще есть. Вот. Вот мелкие кошелечки. Вот уже распродажи даже по 100 рублей. Такие сумки. Вот такие сумки. Вот как у меня
такая очень удобная стильная сумка. Вот эти вот очень хорошо продаются сумки, кстати. Детских много. Вот. Короче, сумок здесь прям целый сумочный рай. Кошельки, обложки, на пояс сумки. Вот. Рублей по 200 покупали такие, помню.